И всех приветствую на своем канале, с вами я, Сальтуха. Сегодня мы играем такой в инди-хор, мы называем Go to Bed. Иди до кровати. Ситуация 1, субъект А. Иди до кровати. Иди до кровати. Go to bed. Окей. Дошел до кровати. Мне выключили свет. Хоть у меня выключатель там. Так. Нет. Что? Что за срань? What the fuck? Ух ты, ёпта. Пон. Пон. Да-да-да, все, я знаю. Thank you. Дай мне управление. Так, мне нужно выключить, вот закрыть. Включить это. Запереть. Забери ножи. Забрать ножи. Что еще могу сделать? Ну, вроде все. Все, теперь-то я безопасности, ведь так, ведь? Так. Ты закрыл переднюю дверь, да? Сосать. Никого дома нет. Так, ты закрыл окно? Да, конечно, самым первым делом. Ух ты, извиняюсь. По попке себе постучи, дурка. Так, ты включил все безопасность дома, да? Ну-ка, чё ещё? Ты спрятал все ножи? Yes. Чё ещё? Менты приехали? Ну-ка, и чё? О, молодец, ты справился. Ситуация 2. Субъект Б. Окей. Опа. Я думал, все. Я в ТикТоке чисто вот этот отрывок сейчас только вспомнил, что я смотрел. Так. Закрываем. Включаем. Закрываем. Так, я буду осматривать на всякий случай все, а то всякое может произойти. Так, ножи. Все. Споки-ноки. Вроде бы я все сделал. Тут ничего не отличается. Так, ты. Из secure house, да? Ты уверен? Да. Good. Ладно. Ситуация 3. Субъект. А? Где? Иди в кровать. Как я попал сюда? Ёпта. Мне нужно уйти прямо сейчас. Заперто. Сука, я думаю, это лицо. Что ты? Мужик. Сука. И он съебался. Я считаю... Я, короче, выключаю звук и иду просто. Я иду домой, не уходите. Все нормально же.
Окей, реально, все нормально. Кошки у меня испугали, гады. Не нужно. Так, окей. Не использовался. Окей, какая-то сака мазафака. Что? Тут нету. Может. Но я не хочу обратно. Почему ты не в кровати? Иди в кровать. Вот такая вот игрушка, я даже испугался в один момент вообще хоть чего-то. Вот такая вот игрушка, если вам понравилась, поставьте лайк, подпишитесь. Ну а с вами был Сатуха, всем хорошего настроения, всем пока.